Наши протоколы шифрования под угрозой. Любой контакт с представителями Союза Уинслоу ставит под угрозу все операции союзников. Прямо сейчас связи у нас нет. Так, мы остались одни. Мы знаем, что Тейлор ищет выживших участников черного проекта. Себастьяна Крюгера мы потеряли. Где он, неизвестно. А вот доктор Салим до сих пор спокойно живет в Каире. Союзники из египетской армии держат оборону на станции Рамзес. Одном из немногих районов, которые пока еще не унийцы. Ты еще с нами? А, да, я просто отключился на мгновение. Неплохая идея. Кажется, мы променяли шило на мыло. А, хорошо, что дежавю не только у меня. Это безнадежное сражение. Информация, которую выдал Тейлор, помогла нильцам обнаружить слабые места египтян. Они быстро захватывают территорию. Много потерь среди мирных. Каир на грани полного коллапса. Будем надеяться, что этот доктор говорит быстро и что-нибудь полезное. Точно. Никто не прячется в Каире, если сильно не припрет. Лейтенант Халиль? Мы вас ждали. Заключенный у нас. Спасибо за помощь. Несмотря на нарушенные нами инструкции. Рад видеть тебя, Халиль. Мы надеялись на подкрепление. Дроны, роботы, боеприпасы. Что угодно. Ресурсы Союза Уинслоу на пределе на фоне недавних утечек информации. Но у нас есть проблемы посерьезнее. Ваш пленник может иметь данные о человеке, ответственном за последние атаки нильцев. Когда мы допросим его, мы сможем предоставить вам большую поддержку. Это была попытка вежливо сказать, что мы тоже в жопе. Нужна помощь? В очередь. Нам повезло добраться до доктора Салима раньше нильцев. Не уверен, что сможем долго обеспечивать его защиту. Не волнуйся. Надолго он нам не нужен. Нам не хватает снаряжения против роботов НК. И какие же ваши силы? Меньше 1000 солдат. Дюжина БТРов и эскадрильи СВВП. Припасы на исходе. Как вы еще держитесь? Спасибо Раулю Менендезу. Что? Рауль Менендез был лицемерным эгоманьяком. Уверенным, что он улучшит мир, если все испоганит. После атаки 25-го членам Союза Уинслоу пришлось последовать союзническому акту. Направленная энергетическая воздушная оборона обязана защищать все стратегические объекты союзных государств. Мы еще здесь только ради Нево. Может и так, но не благодаря Менендеса. Пускай мудак получит по заслугам. Мы подготовили вам временный канал. Связь с командным центром не работает, но можно подключиться к локальным системам. Доктор находится в нашей комнате для допросов. Спасибо за содействие, лейтенант. Это ценно. Не знаю и не хочу знать, кто вы. Но вы удерживаете меня незаконно. Я требую своего законного представителя. Я за него! Присядьте!
Я займусь, сходи проветрись. Все хорошо. Он разберется. Эти люди там. Вы их знаете? Вы их знаете? Нет. Они знают вас. Во всяком случае, хотели бы. Вы были связаны с биотехнической компанией «Единство». Или, если точнее, секретный проект ЦРУ, выплывший наружу. Это было очень давно. В прошлой жизни. Да? Ну, ваше прошлое вас настигло. Прямо сейчас вы в серьезной опасности. Нильцы не просто хотят сравнять весь Каир с землей, но еще и похоронить вас тут. Как ваш законный представитель, рекомендую вам сотрудничать со следствием. Я работал в качестве психотерапевта-бихевиориста с испытуемыми. Да, эти пациенты из Сингапура. Они были там добровольно? Ваша интонация не дает мне сомневаться в вашем заключении. У меня нет никаких сомнений, что вам уже известен ответ. Задам другой. Черт! Хендрикс, отойди! Что такое, Зимнелес? Черт! Может, Кейн, стоит запустить диагностику? Если мне нужно провериться, я обращусь к врачу. Кейн, что у нас здесь? Нильцы собираются по всему городу, но ключевые точки вокруг станции. Атака по всему фронту. Покажем им это. С командованием египтян. Рамсес 1-1, цель конвой нильцев движется к восточному блокпосту. Будет через минуту. Всем экстренным отрядам обороны усилить эту позицию. Вас понял, но нам нужен транспорт СВВП, если мы хотим оказаться там вовремя. Подтверждаю, СВВП в пути. Надо торопиться! Входи! Ключевые стратегические объекты, включая тоннели метро, под контрольной точкой заминирован. В крайнем случае мы их взорвем, потому что Рамзес не должен попасть в руки НК. Если мы потеряем восточный блокпост, ваш пленник умрет. Черт! Это и был твой план, бойскаут? Шипометы использовались для сноса зданий. Мы хотели ослабить ими поддержку туннелей. Но стена пала до того, как привели грузовики! Дамочки! Какой-то веки! Давайте используем план А! Солдатам занять позиции! Людей на ту стену, огонь на подавление! Сдерживайте их! Не давайте им отдышаться! Пошли, пошли, пошли! Кейт, поройся в архивах! Мне нужно расположение поддерживающих колонн! Мне нужно время. Ключевые системы в отключке. Я делаю все на глаз. Времени нет. Хорошо. Я нашла поддержку туннелей в южном направлении. Цель подтверждена. Бей, я прикрою. Взорви эту херню!
Подтверждаю взрыв. Еще два на северной линии. Пересылаю. Понял. Хендрикс, прикрой меня! Порядок, вперед! Дерьмо! У меня закончились шипы! Шипы установлены! Взрывай! Через 5 минут прибудет подкрепление Нильса. Спасибо. Я не забуду это. Пожалуйста. Можно вернуться к допросу? Нужно подкрепление на площадь Сапи. Похоже, нет. Дворец Абдин. Они ищут другой вход на Рамзес. Защищайте зону, лейтенант. Встречаемся на площади. Принято. Стенка держится на соплях. Эй, не стрелять! Друг, союз Уинслоу! Помогите, пожалуйста. Черт. А, я попробую тебя подвинуть. Вали оттуда! Пилот не смог. Ну нет, давайте, пора двигаться.
Занять укрытие! Вперед! Это был последний. Погоди. У нас нет времени, пошли. Нет. Мы что-то упускаем. Что упускаем? Где же система Нево? Нево упала! Повторяю, Нево накрылась! Черт, в укрытие! Сказали, что поможете нам. Вместо этого мы потеряли Рамзес, а скоро и весь Каир! Халиль, еще не поздно. Те, кто это сделал, предатели, и они продолжат помогать врагу. Мы должны ответить им. Вы даже не знаете, где они. Кейн, ты нашла жучок, который я подсунул Салиму? Сигнал стабильный. Цель движется километр к югу от Кепхут. Понял. Увидимся в убежище. Надеюсь, я не зря вам доверяю. Почему? Я узнал о жучке только сейчас, а? У вас с Кейн от меня секреты? Слушай, полегче, Хендрикс. Ты сам не свой с тех пор, как мы уехали из Сингапура. Это мое решение. Не Кейн. Появился шанс. Найдем Салима, найдем и Тейлора. Мне не стоило так. Просто я переосмысливаю всю эту миссию. Я понимаю. Но у нас есть работа. Знаю. Но что-то здесь не так.